В этом году в городском конкурсе «Семья года» участвует 18 семей. Состязание проходит в 6 номинациях, а вообще история конкурса насчитывает уже 11 лет, и он по-прежнему популярен. Мы в семье чувствуем любовь, тепло близких людей. Мы все прощаем и переживаем. Поэтому городской конкурс подтверждает, что семья жива, она развивается, и мы хотим быть в семье. В номинации «Совершенство» участие приняли 4 творческие семьи. В первом туре представляли себя. Семье Евдокимовых пришлось сложнее всех. Папа Сергей не успел вернуться из командировки, и мама Людмила с сыном Данилом выступали одни. Но это не помешало им завоевать симпатии жюри. Талант есть, нужно показывать. Думаем, Данил у нас тоже будет талантливым. Он любит у нас петь. А чита Князькиных участием в конкурсе отметила 10-летие совместной жизни. Самое сложное это было действительно уговорить папу. Папа у нас очень скромный, застенчивый человек. И как бы по роду своей деятельности он сильный, он ответственный, но немногословный. Конкурсанты Ситнеровы – спортивная семья. Мама Наталья и папа Денис продемонстрировали свое мастерство в боевом искусстве ушу. Выбрать лучших было сложно, но тем не менее, по оценкам судей, звание совершенства завоевала семья Катиркиных. На 100%, наверное, конечно, мы не совершенны. Но... Никто не совершенен, да, процент... но мы к этому стремимся. Да, процентов самое главное. Это точно. Евгения Кременская, Евгений Ерофеев, новости Димитровграда.